Привет, дорогие друзья! Здесь мы вкратце обсудили интервью Владимира Александровича Зеленского. Можете его не смотреть, потому что там смотреть особо нечего. Я его, конечно же, возможно, потом разберу тоже. Но там и разбирать-то особо нечего, если честно. Но, в общем-то, все главное мы обсудили здесь с несравненной ведущей. Приятного просмотра. Сегодня, я думаю, я успею еще порадувати не раз. Дуже важко встати твердо на ноги, коли ти крокуєш дорогою, яка скрізь у ямах, але давайте проаналізуємо детальніше усю риторику президента з інтерв'ю «Українській правді». Анатолій Шарій, медіаексперт разом із нами, блогер. Анатолію, дякую, що долучилися. Он веде. Здравствуйте. Ну, давайте почнемо, напевно, що з найбільш болісного, Анатолію, щодо медицини. Дивіться, яка ситуація. В принципі, Зеленський змінив вже 3 міністрів охорони здоров'я. Пані Скалецька поки що протрималася найдовше. Ми запитували, і, зокрема, сьогодні «Слуг народу», чому Скалецька не зупинила фатальну реформу Супрун. А нам, народні бранці, сказали від «Слуг народу», що її обманули. Їй сказали, що нададуть належне фінансування. Бачите, як фінансування, там кіт на плакав. Зараз, і деякі нам, до речі, фахові спеціалісти із медицини сказали, що Скалецька не зупиняла реформу Супрун, тому що елементарно боялася. Анатолію, а ви як думаєте, чому не було зупинено реформу Супрун? Ну, я полагаю, що реформу Супрун все-таки повинна була встановлювати не Скалецька, не ще інші міністри, а іменно Зеленський, тому що Зеленський же говорив, якась нафиг реформа, правильно? Это же не какая нафиг не реформа, а потом изменилась риторика, и оказалось, что вот здесь реформа плохая, вот здесь немножко хорошая. Вот здесь Супрун плохая, там, доктор смерть, да, а вот здесь вот, ну, все-таки у нее более здравые мысли. Смотрите, мы же не обсуждаем доктора Менгеле, который, да, работал, условно говоря, в концлагере Аушвиц. Мы же не, может быть, у него были какие-то хорошие изыскания, правильно? Может быть, он, пересаживая глаза детям в тех условиях концлагеря. Может быть, он что-то полезное делал тоже, но мы же это не обсуждаем. Мы же считаем, что он все-таки доктор смерть, правильно? А здесь начинается диалектика. Знаете, как это? Пока человек не стал политиком, он говорит, стена дома белая, вот эта стена дома черная. А вот стал политиком, и начинается уже, ну, немножко сероватая. Это называется политическая диалектика. Вот Зеленский включил политическую диалектику и начал молоть чушь о том, что вот здесь реформа хорошая, вот здесь плохая. Реформа плохая, плохая, невозможно натянуть. Я разговаривал со многими медиками, и они объясняют, нельзя натянуть те стандарты на наши реалии. Не получается, ну, не выйдет так. Нельзя, но это то же самое, что, я не знаю, двигатель от Запорожца, да, там, а Таврии какой-то вставить в Мерседес. Ну и что это получится? Ну, кузов, да, красивый, а дальше что будет? Вот. Поэтому это должно было быть политическое решение Зеленского. А то, что он сейчас говорит, что вот медицины нет, это он должен себе говорить перед зеркалом каждое утро, потому что он год президент. Год президент, а медицины как не было, так и нет. Он должен это говорить, и я, Зеленский, в этом виноват. Да, друзья, я в этом виноват, потому что я обещал другое. Если бы не обещал, другое дело, но ведь обещал. В ефірі нашого телеканалу нещодавно відомий український кардіохірург Борис Михайлович Тодуров. Він зробив офіційне повідомлення, що якщо реформа Супрун буде тривати, або якимось чином медики помітять, що Супрун намагаються знову ж таки реанімувати і повернути назад в українську політику, значить все, вся медична спільнота вийде на забастовку. Але коли я поставила питання, а хто переможе, наші медики чи ті люди, які стоять за Супрун, зокрема і Міжнародний валютний фонд, знаємо, що він знову ж таки продовжує пхати, вибачте, на такій риториці свого носа у наші внутрішні справи, зокрема, медицина, освіта, пенітенціарна система і так далі, тому подібне. Михайло Борисович, ну, не змог прямо відповісти на це питання, тому що каже, що дуже серйозні люди стоять за усіма реформами в Україні, як би це парадоксально не звучало. Я очень благодарен вам за такого рода определения. Суют свой нос. Суют свой поганый нос, добавлю я. Суют свой поганый нос туда, куда они не должны совать свой нос. Потому что те сферы жизнедеятельности моего государства, моей страны, даже не моего государства, но моей страны, в которые они суют свой поганый нос, не касаются абсолютно денег, которые они якобы там выделяют. Да, эти 5 копеек, которые они выделяют, и за эти 5 копеек они уже хотят купить не только землю, но и душу, мне кажется, потому что уже началось про образование, про больницы, уже ладно, проехали. Да, потому что мы проехали это, потому что это продолжается. Потому что продолжаются рассказы о том, как важны опорные больницы и так далее. Но касательно вашего вопроса.
Ну, то есть опорная больница, да? Ну, ведь он же сам говорит про дороги. Посмотрите на дороги, это плохо. Ну, правильно, но если ты уплотняешь, как это называют, больницы, и убираешь несколько больниц там в каких-то селах по причине того, что якобы нужна вот одна вот там вот далеко, но это далеко невозможно преодолеть по этим конченным дорогам. Ну, неужели это нельзя понять? Он же понимает это. Он это понимает, но в период предвыборной он это говорил, а сейчас он говорить это перестал. По поводу того, что сказал Кадуров, забастовка. Тотальная забастовка. Нужна тотальная забастовка. Это не должно быть похоже на Майдан. Там не должно быть кровопролития. Но во Франции там с перебором, ну, там свои есть как бы мухи в головах у людей. Но тем не менее, если они хотят чего-то добиться, они устраивают забастовку. Я иногда вот Париж уже не любил, потому что на железной дороге забастовка, там забастовка. Но они пытаются добиваться. Здесь люди же не хотят себе прибавки какой-то к жалованию. Или там их не устраивают, что увольняют 100 человек там, или так далее. Да? Они же уже доведены реально, доведены до отчаяния. Закончится знаете чем? Они разъедутся все тотально. Тотально, потому что она говорит, зачем мне это надо, что мне здесь ловить, если в Польше, которая не является старой Европой, если в Польше я могу быть рядовой там, нянечкой какой-то с медицинским образованием и получать на руки в 4 раза больше, чем я получаю на своей работе. Это, понимаете, можно много долго рассказывать про клятву Гиппократа, про святую обязанность и все такое. Человек приходит домой, общается со своими детьми, которые на него смотрят с презрением, потому что он отец, и он не может их обеспечить. И на этом все клятвы, все там высокие звания сразу же обнуляются моментально. Я думаю, что это очень правильно. Другое дело, чтобы это не ударило. Зеленский же найдет, где лечиться. Его офис президента найдет, где лечиться. А вот по кому это ударит, вот я боюсь, что все-таки по людям, по пациентам. И этим воспользуются они в своей риторике. Они, я говорю, офис президента, сказать, смотрите, вот из-за них умерло, вон там вот 4 бабушки умерло, потому что они бастуют. Но надо бастовать, надо реально бастовать против этого трэша. Понимаете, Супрун должна быть вычеркнута из украинской политики и из публичного пространства вообще. Это должно быть единое решение, озвученное решение, что это зло. Зло. Мы прошли, переступили и забыли про это зло. Оно не наказанное, но хотя бы давайте, пусть оно будет забытое. Анатолій, як ви поставилися до тези, верніше так, зізнання Володимира Зеленського, тій самій українській правді, що він, мовляв, свого часу хотів себе заразити коронавірусом? Я побачила ваш жест. Але все ж таки, будемо з повагою ставитися хоча б до президентської інституції, заразитися коронавірусом, що, мовляв, показати людям, що це не чума, нічого такого страшного немає, тримати людей у тонусі. Ну, смотрите, з точки зрения піара, вот мы же видим последние шаги Владимира Александровича, вернее, тех людей, которые ему подсказывают. Супермаркет мы уже видели, увидим его в метро. Ну, знаете, как в пробку попал, спустился в метро, вот этот весь этот бред. То это было бы нормально, ничего. Я верю вполне, что у него могла родиться в голове такая идея. Но при этом озвучивать эту идею, я думаю, все-таки не стоило. Потому что или бы ты ее осуществил, и тогда бы уже посмотрели на реакцию людей. А вот такие вот идеи лучше не озвучивать. Это похоже, знаете, как маленький мальчик думает, я выйду под дождь, заболею и умру. А тогда они придут ко мне на могилу и будут жалеть, что они давали мне пинок под зад там, в школе где-то или еще где-то, а родители мне не дали мороженого. Вот такое впечатление, что это говорит немножко незрелый человек. Вот в этом конкретно заявлении его. Впрочем, все интервью, если мы рассмотрим, я не знаю, спросите вы ли по поводу всего интервью, но я бы хотел сказать по поводу всего интервью. Если мы вообще рассмотрим вопросы и ответы, у меня закрадывается такое впечатление, что украинская правда, которая сейчас потеряла полностью свою былую славу, скажем так, в частности, растеряла людей, которые могут брать интервью и так далее, что она взяла заказ. У меня просто такое впечатление, может быть, я не прав, но у меня впечатление, что это было обоюдо, ну, это был заказ с обоюдо оговариваемыми вопросами и заранее продуманными ответами на них. Потому что я не увидел ни одного острого, реально острого вопроса, злого вопроса, какого-нибудь вопроса, который мог бы вывести Владимира Александровича из равновесия, а мы видели такие вопросы на пресс-конференции. Таких вопросов не было, это полная чушь. И по просмотрам, по сути, видно. Это же позорно, когда страна, в которой, ну, я надеюсь, еще 25 миллионов осталось, выходит интервью с президентом, и у него какие-то позорные просмотры абсолютно.
Я думаю, что я его разберу, и будет посмотрим в 20 раз больше моего разбора, чем вот это. Это неправильная ситуация. Я не сумніваюся. Анатолій, це як випадково, знаєте, застати президента у Гудвайні. Так само одні ті ж самі люди, знаєте, ну, та сама історія. Давайте ще про одного президента, але вже не про Володимира Олександровича. Знати і розуміти особливості всіх регіонів України повинен кожен, хто має намір податися до української політики. Про це в ефірі програми «Епіцентр української політики» повідомив перший президент України Леонід Кравчук. Каже, нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розмірковує лише масштабами регіону, а не країни в цілому. Почуємо Кравчука. Кожна людина, яка стає до центральної влади, вона має знати добре Україну. Добре знати Україну. Всі її куточки, її історію, її людей, її ментальність, її традиції. У нас нема часу чекати. А так як він прийшов з регіону, і перед ним вся Україна виникла, він мислив регіональними масштабами. І йому здалося, що ну, для України 500 там, тисяч – це вже не таке велике число, і це просто можна зробити. А тут криза, на неї наклався коронавірус, суперечності політичні і економічні. Ну, Анатолію, я не знаю точно, якими масштабами мислить наш шановний прем'єр, але він точно став першим в історії прем'єром, який я особисто попросив парламентарів не голосувати за його програму дій уряду, а направити її на доопрацювання. Що все це вам говорить? Ну, это было смешно. Я получил удовольствие. Это было достаточно смешно, неожиданно. И знаете, как концовка анекдота, неожиданно. И всегда смеешься, правильно, когда неожиданная концовка анекдота. Леонид Макарович, вы знаете, он крут. В чем он крут? Я объясню, в чем он крут. Мне кажется, он уже достиг того возраста, и вот я просто наблюдаю за ним, да, там, за его высказываниями. Ему абсолютно плевать, и он говорит именно реально то, что думает, не оглядываясь, и не пытаясь там как-то там лавировать где-то. Раньше он, конечно же, таким не был. Раньше это было обусловлено его нахождением в политике, именно плотным нахождением. Сейчас вот он как оракул, который сбоку наблюдает и вот это вот жарит правду. Мне нравится, знаете, мне нравится, несмотря на многое, что он делал там раньше, скажем так. Вот, по поводу Шмыгаля. Ну, хотел прошмыгнуть по поводу вот с этим как бы проектом правительства, и не получилось, с программой. И не получилось. По-быстрому не вышло. В долгую тоже не выйдет. Я думаю, они готовятся к дембелю все. Но вообще это, конечно, было смешно. Уже несколько раз обсуждали просто это на каналах. Я рассказывал, что, конечно, это впервые такое. И самое смешное для меня то, что он долгое время рассказывал, что программа есть, и она такая программная, что всем программам программа. А потом оказалось, что ничего нет. А как так могло быть? Если ты рассказывал, что она есть, а потом рассказываешь, да, надо вот я подумал, услышал вас, действительно, надо на доопрацювання. Значит, так долго рассказывал, что она есть. Почему сразу не доопрацювал? Или времени мало было? Чем они вообще занимались это все время? Ну, такое впечатление. 500 тысяч рабочих мест, прав абсолютно Кравчук, что он думал, вот так вот скажу 500 тысяч. Это же не рассчитывали. Почему не 502 тысячи? Я думал, 503 тысячи могло быть. Или 506, или 628. Но именно 500 тысяч. Знаете, как лишь бы сказать. Вот полмиллиона, мало это, много, ну, вроде нормально. Вот 500 тысяч я и пообещаю. А то, что сейчас люди потеряют, я думаю, ну, я не знаю, я еще не видел оценок, реальных оценок, потому что все пытаются или в ту, или в другую сторону что-то надуть или подспустить эти цифры. Я думаю, там больше миллиона потеряют только в ближайшем, в обозримой перспективе рабочие места. Потому что отовсюду, откуда я слышу, у бизнеса большие проблемы, колоссальные проблемы. Намного больше тех проблем, которые я вижу в Европе. А в Европе заявляют о колоссальной безработице. То есть в Украине же должно быть хуже, по идее. Мы же не на каком-то острове, правильно, находимся. Поэтому вот все, что я могу сказать про Шмигаля и его программу. Щодо економічних оцінок, одну оцінку я сьогодні почитала. Економісти кажуть, що лише є дві країни, які мають ВВП нижче з 1990 року. Це Україна, ну, ясно, куди ж без нас, і Зімбабве. Отака у нас кампанія. Але підкажіть, будь ласка, чи буде президент Зеленський все ж таки умовляти свою монобільшість будь-що голосувати за програму дій уряду? Ми ж розуміємо, що рейтинги уряду все рівно вони впливають на рейтинги президента. І, можливо, президенту буде політично невигідно, що все ж таки знову ж таки міняти Шмигаля, знову ж таки шило на мило. Це вже очевидні речі.
Я думаю, будет. И это будет ошибочный шаг, конечно же, ошибочный ход. Вполне возможно, что это переиграется, но я вот как это себе представляю, вижу, что скорее всего, будет приезд в Верховную Раду. Ну, мне так это видится, что будет приезд в Верховную Раду, будет убеждение. Мы уже слышали такие вещи, что это необходимо, потому что сейчас, грубо говоря, то Путин нападет. И как это будет проголосовано, скорее всего, с привлечением вот этих вот бродячих групп депутатских, которые голосуют всегда, когда надо натянуть голоса, и, может быть, влезет, потому что отставка в очередной раз правительства, это будет серьезным ударом. С другой стороны, всякое может быть. В Украине все может быть. Вы знаете, Зимбабве вы сравнили. В Зимбабве есть какая-то стабильность, потому что у них 100 триллионов... Это экономисты, Анатолий. Да, в Зимбабве есть стабильность. У меня, знаете, есть деньги зимбабвийские, там 100 триллионов или что-то такое, они там стоят буханка хлеба. Вот она как стоила 100 триллионов, так она и стоит. Это называется стабильность. А в Украине же такого нет, и поэтому... С другой стороны, мы еще не докатились до гиперинфляции, правильно? Еще есть какие-то скрепы, на которые можно ориентироваться и сказать, вот смотрите, у нас еще есть вот это вот. Поэтому... А як же дозволити, вже я не засну, якщо не конкретизую. Ви сказали, бродячі депутатські групи. Це кого ви мали на увазі? Довіра за майбутнє? Ну, там есть за майбутнє, за минуле, вы знаете, и эти депутатские группы, несмотря на когда голосуют против, к примеру, не голосуют или голосуют против ОПЗЖ, голосуют против ряд депутатов от «Слуги народа» или не голосуют, у них такая позиция. То есть еще кто-то потом появляется, голос, понятное дело, за, и вот эти вот там за майбутнє, за минуле, это чистая продажа. Я это вижу чистыми ляшками, Ляшко 2.0 и Ляшко 3.0. Это... Чистый Олег Ляшко, который в свое время рассказывал, не будем голосовать за бюджет, потом выходил улыбаясь, как новый какой-то пятак, светился весь и говорил, мы проголосуем за цей поганий бюджет. Я думал, что после этого он станет презираем народом. Я думал, что после этого у него будет минусовой рейтинг. Я думал, что после парочки вот таких фокусов его будут ненавидеть и презирать. Но по всей видимости информация не доходит до народа, она как-то преломляется. Я думаю, если бы народ получал эту информацию в полной мере, если бы ему объясняли, смотрите, вот это они продают просто голосование, получают деньги реально. И продают голосование. Народ бы по-разному относился, знаете, к отдельным народным депутатам, которые там за гречку проходили, там и все такое. И сейчас вдруг вылазят на экранах, рассказывают, как надо жить и так далее. Вот это большая проблема, преломление информации не доходит до конечного пользователя. В селах там они не видят, что происходит в Верховной Раде. А потом смотрят, Рада проголосовала. И тогда раздается истеричный крик, да, по фракциях! И когда показывают, ты вдруг начинаешь понимать, что в очередной раз вот эти вот бродячие группы опять обогатились. Знаете, это мерзко, конечно, мерзко. Дякую, Анатолію. Давайте рушити далі. На жаль, тема ізбита я трішки, але все ж таки вона актуальна, як ніколи вже сьогодні. Адже Україна очікує саме сьогодні на затвердження нової програми фінансування від Міжнародного валютного фонду «Стендбай». Саме на сьогодні заплановано зустріч Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що МВФ остаточно ухвалить рішення щодо надання траншу для України до 10 червня, хоча офіційного тексту меморандуму немає. Відкритому доступі. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський оприлюднив текст документа, який, за його словами, має підписати Україна. На його думку, підписанти документа дають безліч обіцянок, які обмежують свободи людей. Однак прем'єр Шмигаль розповів, що документ передбачає лише позитивні зміни, зокрема, прозорість роботи держбанків та держкомпаній, посилення корпоративного управління держпідприємств, незалежний антимонопольний комітет, реформу митниці і податкової, збереження принципу по гроші ходять за пацієнтом в галузі медицини. Нагадаю, влада України, менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів. Чому трішечки, знаєте, засміялися, гроші йдуть за пацієнтом? Тому що не знаю, куди йдуть ці гроші, а і хто там ходить за тим пацієнтом. Вже все про медичну реформу зрозуміло. Бачите, як сьогодні будуть вирішувати, що і коли. Але все ж таки, що докаже, що до риторики пана Дубінського. Ми знаємо, хто має підписувати меморандуми. Це традиційно президент,
президент, прем'єр, міністр фінансів і, зокрема, хто там ще, очільник Нацбанку України. Якщо підпишуть у тому форматі, який оприлюднив пан Дубінський, чи не буде це вважатися згодом, ну, тому що зараз, очевидно, що безперспективно, ну, як мотиви для політичної відповідальності, кримінальної відповідальності і так далі. Да, да, вот вы когда это все рассказывали и вывели к этому вопросу, а я уже его себе задал во время вот этого, как слушал, знаете, то, что говорит Шмыгаль, ну, он должен говорить какую-то чушь, поэтому он говорит, деньги ходят за пациентами, они преследуют даже, вы знаете, они гоняются за пациентами, вот, и пациенты от них убегают. Я слушал сегодня Данилу Гетманцева, и он говорит, что, ну, представитель судьи народа, да, и он говорит, что это, ну, плохие требования, но нам уже не избежать этих требований, то есть, ну все, они будут, вот этот меморандум, он уже не изменится. Все понимают, что это полный провал, это полная катастрофа. Ну, все понимают, но при этом риторика вот такая, что да нет, они хотят нам хорошего, это наши друзья. Продолжается вот эта же риторика. Плюс слышал сегодня Марьяна Безугла, это тоже представитель «Слуги народа», я сегодня мне довелось услышать, и она рассказывает, до сих пор рассказывает, что продажа земли, это мы освободили там украинский народ, дали возможность ему там, и не надо это рассказывать, они продолжают врать. Это ложь. МВФ – это, по моему мнению, организованная преступная группировка, которая, увидев слабость Украины и податливость на требования, на которые ну, ни одно уважающее себя государство не пошло бы, продолжает прогибать. Продолжают прогибать, не предлагая тех денег, которые нам обещали. Смотрите, какая история. Вы помните, была такая модная такая штука, что из Украины сделают витрину. Там был такой Пономарь или Пономарев, он такой был вещатель, такой кофе там продавал. И вот он рассказывал, сделают витрину, у него даже последователи были. А вот удав задавит Россию санкциями. В итоге Россию не задавили, Россия привыкла жить под санкциями и даже изыскала какую-то пользу от санкций. При этом витрину из Украины не сделали, а нам рассказывали, да это был план Маршалла. Просто так дармовые дадут 50 миллиардов, 100 миллиардов, триллион дадут. И все, мы сделаем такую витрину, и все будут ходить только облизываться на эту витрину и говорить, вот это да. В итоге обещают 5 миллиардов, вот так вот, как морковка перед носом. При этом то, что публиковали, а они же скрывали это, вы понимаете, они же скрывали требования вот эти вот прописанные меморандумы. А это же прятали под ковер, уже заодно это им по шапке надо надавать. А по поводу подписания, вот Зеленский, подписывая это, мое мнение, совершит преступление. Вполне возможно, когда-то это будет расценено как измена Родине. Сейчас это кажется фантастикой. Да? Ну, такого не может быть, политическое решение, бла-бла. Ведь это же мощнейшее государство США. Неизвестно, что будет в США, глядя на то, что сейчас за безумие там происходит. Да? Неизвестно, как будут расставлены акценты уже там через 5-10 лет. И вполне возможно, это подписание настигнет когда-нибудь самого Зеленского. Как в свое время Тимошенко настигли другие подписания. Да? Но у Тимошенко потом хорошо закончилось плюс-минус. А у него может закончиться не очень хорошо. Вот в чем фишка. Да, я вижу это изменой Родине. Я вижу это однозначно предательством миллионов людей. И миллионы людей иногда даже не понимают, к чему это приведет. Даже не понимают, что это за требования, МВФ, ШМВФ. Это касается каждого. Это не касается там каких-то геополитических. Начинают, знаете, политологи начинают рассказывать, ты постепенно засыпаешь и думаешь, да ладно, выключу. Посмотрю, ну погоди. Это касается каждого. Не переключайте, это касается вас. Потому что потом в больницу вы придете, а там вам уже не расскажут, что за вами прибежали деньги. Да? Там вам расскажут, что наполовину вы должны будете оплатить свое лечение. Какое лечение оплата наполовину? Что это такое? Вы что, Швейцария или что? Так в Швейцарии нет такого. В Европе медицина бесплатная. Есть платная, есть бесплатная. Просто этого не рассказывают. Рассказывают чушь какую-то. Ересь рассказывают, что это так дорого. Начинают говорить, вот операция стоит 70 тысяч. Операция бесплатная, потому что есть платная, а есть бесплатная. И бесплатная не хуже, чем платная. Вот в чем фишка. Вот. Касается каждого. А то, что осуществит Зеленский, я не сомневаюсь, что он подпишет. У него нет других выходов каких-то. Он их просто не ищет. Они есть, но ему кажется, что все. Вот это вот единственное, потому что он самый легкий. Потому что здесь надо пробивать стену кувалдой для того, чтобы как-то реструктуризировать. Просто заикнуться, не побояться, унять дрожь и сказать МВФ и прочим, да, красавцам, что мы будем реструктуризировать. Невозможно жить в долг и усугублять это положение.
Но он идет в открытую дверь. Вот открытая дверь, она простая. Раньше все ходили в нее. И все нормально. Багато про це кажуть, що вихід може бути єдиний, там поступова реструктуризація зовнішнього боргу і внутрішній протекціонізм. А що можна зробити? От я маленьку сводочку для себе зробила. Що всередині країни відбувається? Ми, значить, боремося і продаємо душу дьяволу за ці 1,9 мільярдів. Саме кажу 1,9 там. Хоча записано, нам дадуть 5,5. Ні, секундочку, спочатку дадуть 1,9, а потім вже поживемо, побачимо, якщо ми підпишемо той новий меморандум, можливо, і наступний транш буде. Так от, поки ми боремося за 1,9 мільярдів, що у нас відбувається? Укрзалізниці, за словами пана Дубінського, не доплатила 200 мільйонів дивідендів до державної скарбниці. Значить, ще екс-міністр фінансів Уманський казав, вкрали на митниці та податкова служба 72 мільярди. Ну, те, що ми продовжуємо спонсорувати так звану стіну Яценюка на кордоні з Росією, плюс ще 500 мільйонів, якщо я правильно пригадую, спонсорують цю історію. Ну і ми знаємо, що сьогодні страйкували працівники авіазаводу «Антонов», бо кажуть, «Укроборонпром» вже просто втратив ті червоні лінії, про які так само націоналісти постійно нагадуються, значить, президенту Зеленському. Чому тут усередині не розібратися, а лише просити кредити ззовні? Ну, это же риторический вопрос, вы же понимаете. Почему здесь не разобраться? Посмотрите, я посмотрел вчера фотографию из поезда «Укрзалезнецы». Знаете, я грешным делом, вот когда мне рассказывают, там, «Укрзалезнецы» озвучивают зарплаты, там некоторые, все, я думал, что там что-то уже изменилось. А там показывают рядовую, но это называется так, в зонах, парашу. Вот, и это все в таком ужасающем состоянии. И я при этом смотрю и вспоминаю зарплату Лещенко, 300 тысяч. А он же продолжает получать 300 тысяч. Ну, то есть зарплата, вот кто-то же наглядает за цен, правильно? Вот наглядного рада – это Лещенко. И Лещенко получает 320 тысяч гривен. И когда уже? Уже ж все об этом говорили. Уже ж, ну, но Зеленский же не может этого не знать. Это же знают все. Но никто этого не прекращает, а это выступает раздражительно. И я думаю, опять-таки, выступает, ну, получается преломление информации, и многие не знают, что Наем получает там 300-500 тысяч в Укроборонпроме, который хочет продать теперь завод Антонова. Что Лещенко получает 300 тысяч, а там просто попросту настоящие зоновские параши в этих поездах. Это же нездоровая ситуация, правильно? Если изыскать эти средства, ведь они есть средства, но есть деньги. Мне рассказывают, ты знаешь, что там твоя Европа курит. Вот я в Киеве, говорит, я иду, там у нас Макларен поехал, тот по таким дорогам поехал. Ну, у пацанов деньги есть, они им все равно. Да, разбил ходовую, починил, Феррари, все такое. Я понимаю, что эти Феррари, они же не отпочковались с ровного места, и они не на заработанные приобретены. Воруют. Воруют во всех сферах жизни, везде. И воруют явно и прямо. Воруют даже путем выделения этих зарплат ненормальных, потому что это воровство. Если вы не доплачиваете в бюджет, но при этом выплачиваете по 300 тысяч каким-то непонятным полупокерсам, которые работают 3 дня там в месяц, да, 10 дней в году, то это воровство, натуральное воровство. Я уверен, можно найти эти средства. Ну, как, ну, 1,9 миллиардов долларов, ну, точно можно найти. Ну, это, ну, 100%. И это, конечно же, для этого нужно просто сесть, закатать рукава. И через 2 часа можно скатать рукава, потому что за 2 часа можно найти, где эти деньги взять. Правильно? С учетом этого тотального воровства. По поводу 5 миллиардов, сумма чуть побольше. Ну, тогда надо будет закатать рукава всему офису вот этих бездельников на Банковой и поискать. Де можна знайти? Уверен, що можна. До речі, згадали ви пана Лещенка у наглядовій раді «Укрзалізниці». Він же ж має громадянство України, на відміну від інших членів наглядової ради, які, да, в принципі, по законам України, ну як їх притягнути до кримінальної відповідальності? Ну, вкрай важко. Намагалися Супрун, ну як намагалися, так, завуальовано, але нічого не вийшло, бо вона є громадянкою іншої держави. То Лещенко, як ви думаєте, і же з ним понесуть покарання? Ну, в майбутньому. Нет, ну мне рассказывали, нет, но мне рассказывали, как они вообще взялись, вот эти вот реформаторы, которые остались не у дел, их пристроили на хлебные места, это же натуральные хлебные места, где не надо ничего делать, да, Лещенко и Наема пристроили, вроде бы как Абрамавич там присутствовал, и плюс один человек из офиса президента советовал президенту пристроить этих людей, это у меня есть такая информация, чтобы они, мол, типа не лаяли, не кусали. Вот этим собачкам дали миску, и они сидят там, что-то лакают и не кусают, как вы слышите, и даже не пытаются лаять.
потому что им дали по 10 тысяч евро в пересчете. И все, сиди, ничего не делай, просто десятка тебе капает. 10 тысяч евро. Сколько украинцев вообще видели, ну, представляют себе такую зарплату? 10 тысяч евро, да? Ну, я не знаю. Плюс, конечно, там забито наглядовые рады, там граждане непонятных государств. Ну, а Абрамовичус как? Он, это вообще нормально? У него же два гражданства, правильно? А супруга, давайте вспомним, как ее начали трусить. Что она начала с деревянным тупым лицом, начала повторять. Я маю там гражданство Украины, я маю там та-та-та. И вот она такого начала говорить, и я спрашиваю, так вы же маете гражданство Соединенных Штатов? Я маю гражданство Украины. Ее как научили вот этого робота, так она и говорила. Здесь та же самая история. Конечно же, наглядовые рады забиты полностью людьми с импортным гражданством, и непонятно, что они там делают. Но если есть наглядовая рада, значит, я так понимаю, она наглядает и видит вот это вот вонючие вагоны. Вонючие, конченые вагоны, с которыми никак не могут справиться. Сколько лет не могут справиться? Говорят, единственное, мы можем справиться. Продадим. Мы сейчас продадим, отдадим в управление, и все. Это надо быть уже просто мразью, чтобы отдать то, что может приносить колоссальные деньги. Когда мне начинают приводить пример, там, кто-то, где-то, что-то там, ну, извините, но в Сингапуре получается у них зарабатывать колоссальные средства на именно на транспорте. Анатолію, ну, якщо дозволити, з вами трішки не погоджуюся у контексті того, що Лещенко нічого не робить. Він робить, він часто знімає відеоролики проти вас. Ну, це ж так само є робота. Слухайте, давайте ще одна історія. Про журналістів почали, давайте продовжимо. Ну, як про журналістів? Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі як представники ОРДЛО. Про це журналісти повідомили на своїх сторінках у Фейсбук. Додам, що представників преси, як вихівців із Донбасу, запросила українська сторона. Зауважу, що Гармаш і Казанський братимуть участь у роботі тристоронньої контактної групи вже від сьогодні. В інтерв'ю «Українській правді» Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до Володимира Путіна. На його думку, будь-які різкі висловлювання на адресу президента Росії можуть нести загрозу тисячам українців, що десенько чуємо і обговорюємо. Його людські якості мене не дуже цікавлять у вирішенні питання Донбасу і Криму. Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця його знати може хіба що він сам. Вважаю, що жодна людина не може підставити країну, сказавши на адресу іншого президента образливі речі про особисте. Іноді це приводить до тисяч смертей. Я не собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життям людей. Ну, по-перше, Гармаш і Казанський їх позиціонують як журналістів, але Бог з ним. У нас камінь спотикання Мінську був який? Це політична частина, власне, мінських так званих угод. Вона не виконується, але ми знаємо позиції Гармаша і Казанського. Вони проти реалізації політичної частини мінських угод. Навіщо їх тоді, значить, долучили до тристоронньої контактної групи? Там і так все стоїть. Вот смотрите, интересно. Ну, во-первых, да, мнение той стороны, причем самое высокое мнение, сегодня я публикую. Я надеюсь, что сегодня я успею. Но по поводу того, что какое-то мнение у Казанского и Гармаша, второго я вообще как бы, ну, может быть, вспомню, но вот этого я знаю, Казанского. Это тоже надо доносить до людей, кого именно назначает Зеленский, который боится сказать резкое слово в адрес Путина, потому что это угрожает тысячам людей, а это не угрожает назначение тысячам людей, жизням тысяч людей. Казанский, напомню, это тот человек, который является автором множества ужасающих высказываний в адрес жителей ОРДЛО, да, Донбасса, короче, в адрес жителей Донбасса. Это человек, который разжигал на протяжении многих лет. Это человек, автор фейка о том, что сепаратисты настолько свихнулись, что взяли и забросили тело солдата украинского на провода высоковольтные для того, чтобы посмеяться над ним. Он это распространял, это потом всосали СМИ, это показывали. И когда я, находясь за тысячи километров, разобрался в ситуации, да, связался с этими сепаратистами, да, еще там, ну там на самом деле были сепаратисты, и они отключали высоковольтные линии высоковольтных передач, чтобы снять это тело, которое было заброшено туда взрывной волной. Ну, естественно, туда невозможно его повесить. Вот, вот такие вот люди направляются туда, в трехсторонную группу. Он говорит, давайте туда введем еще Сергея Иванова. Помните, такой? Был прокурором, потом стал типа блогером, потом его уволили с 1+1, выгнали. Он автор фейка про 2 июня, про кондиционер, в который якобы попал там заряд, пущенный сепаратистами в Луганске, да, когда потом уже признали, что это самолеты. Самолет был украинский. Ну вот как это? Ну вот как это понять? Я так понимаю, что плевать на жизни тысяч людей, которыми такие назначения ставятся под угрозу. С другой стороны, я сегодня слышал версию, что это делается намеренно, потому что типа зашло все в тупик,
И поэтому показывают вот таких вот, может, Янину Соколову туда назначат, знаете. А она нам расскажет про Донбасса, Лугандонов и так далее. И если вот так вот назначат, а та сторона скажет, нет, мы не собираемся с такими людьми ничего обговаривать. И выйдут из переговорного процесса, и все выдохнут. Фух, это же не вышли, правильно, вот и все. Может быть, это может быть с такой целью. Ну, однозначно, однозначно парохоботы ликуют, знаете, о, вот это пригорит у ватки, вот это вот начинается бред этот, не понимая, что пригорит у ватки, им все равно вообще. Ну, походу, по большому счету, жим все равно, до лампочки. Это же нам надо что-то сделать, нам надо как-то реинтегрировать, нам надо как-то выборы проводить. Им что, им сильно нужны наши выборы или как? Ви знаєте, пане Анатолію, ставила це питання Юрію Комельчуку, представнику «Слуг народу», буквально годину тому. Значить, і щодо і пана Гармаша, і пана Казанського, що вони розповсюджують ці фейки, згадали цю історію щодо військового, якого закинуло на проводи і так далі. Він казав, ну, то треба розбиратися, їх же ж хтось призначив, значить, це було доцільно, це було грамотно і так далі. Але, ну, зрозуміло, вони не розбираються, розумієте? Вони не вникають в суть справи. Слуги народу мають на увазі парламентарі. Чому? Адже це першочергова проблема, яку треба вирішувати, але вони, ну, суть діла не ясна. Смотрите, у мене немає там кнопки прийняття рішення, да? Тому що я ще не у власті. Но тем не менее, когда вдруг я узнаю о какой-то вот такой ситуации, я просто элементарно хотя бы в Google лезу. Для того, чтобы хотя бы элементарно быть в курсе. Как можно быть не в курсе в таких ситуациях, которые доверили вам миллионы людей? Ведь реально не сотни тысяч, миллионы людей хотят, конечно же, мира. Они хотят, чтобы хотя бы прекратили стрелять, чтобы перестали приходить, ну, чтобы приходить гробы, да, с Донбасса. Миллионы людей вам доверили решать эту ситуацию, а вы даже минимально не интересуетесь вопросом. Я считаю, это как плевок в лицо, серьезно. Это неправильно. Такого не должно быть. Они должны быть в курсе. Надо разбираться. Так разберитесь. Это дело двух минут. Взял, разобрался. Надо же быть более интерактивным. Нельзя отправлять запрос, ждать ответа на запрос 15 дней. Уже не то время. Не то время. За день может произойти ужасающие какие-то ситуации. Правильно? Тектонические сдвиги могут произойти. А ты не знаешь рядовых ситуаций, кого вы назначаете туда. Реянину Соколову надо было назначить. И Сергея Иванова. Вот это вот два еще там. Ну, їх би, напевно, що точно націоналісти не штовхали, вони б не падали на підлогу, як це було із паном Сівохою. Да. І тут видається так, що кожен крок вліво, вправо, знаєте, він буде абсолютно скоро присікатися націоналістами. Чи не того боїться президент? Можна це взагалі, чого він боїться, знаєте, можна, потім книгу, може бути, напишуть, бестселлер, чого боявся Зеленський. Мне кажется, он многого боится, и сегодняшние непонятки там с вручением, не вручением подозрений и так далее. Вот говорят о том, что он очень сильно боится. Я уверен абсолютно, что такого рода вопросы решаются в телефонном режиме, да, что стоит надавить где-то, нарисует где-то красную линию, выйдет 10 парохоботов, уже сразу же дает заднюю. Да, возможно, боится, потому что Сивоха – это был человек, который мне кажется, вот у меня такое складывалось впечатление, действительно хотел мягкого решения, потому что жесткого решения там нет. И туда припхается Казанский со своими рассказами о том, о неполноценных жителях Донбасса и так далее, и сразу же получит ответку. Ну, не Казанский, он попиарится, как бы свое, ну, тупое лицо попиарит, и все. А это же мы получим все ответку. Это проблема, колоссальная проблема, которая замешана на желании одного человека, я уверен, здесь решает один человек, да, который находится на Банковой, одного человека, чтобы к нему к дому не приходило 5 парохоботов и не поджигало фаеры. Это проблема. Дякую вам, Анатолій. Щиро, що ви долучилися до нашого ефіру. Анатолій Шарій, блогер, відомий журналіст, був разом з нами. Вам гарного дня.